Мы приехали погулять по Анапе. Сегодня погода ветреная, на море барашки. Но очень комфортная погода. Сколько градусов я не скажу. Ну, 30 точно есть. Жара не ощущается совершенно. Сейчас выхожу на берег Анапы. Набережная Анапы. Любимая наша набережная Анапы. Замечательные яхточки. Привет, яхточки! Анапа, 2018. Красиво. Камешки. Классно. Когда мы были здесь весной, здесь лебедей кормили. Они здесь прямо вот их держат специально. Все приходят сюда гулять. Любоваться морюшком. Очень красиво. Под зонтиками загорают коммерческий пляжик. Идем дальше гулять. Идем на пляж Анапы. Это центральный городской пляж Анапы. Вот посмотрите количество людей. Ага. Вообще просто. Даже не пройти. Вот, все. Черное море, привет. Пляж Анапы. Холодное? Вот такой вот пляж Анапы городской. Анапская ярмарка, торговые ряды, прямо на набережной. Будут работать часов до 11 примерно вечера. Можно гулять и ходить здесь, все смотреть, покупать, любоваться красотой. Аквапарк открытый в Анапе. Ну, такая красота, прямо на берегу моря. Здорово. Горки, для тех, кто любит горки, для тех, кто любит просто покупаться. Вот такая здоровская красота. Классно. Центральный пляж Анапы. Дорожки. Деревянная тропинка такая. Вот мы идем. Смотрите, сколько людей. Обалдеть. Ой-ой-ой. Если смотреть туда вперед, мама моя дорогая. Вот это да. Вот это толпа. Анапа. Анапа, мама. Морюшка. Анапа. Thank you.
эту улицу на выходные полностью перекрывают, и люди здесь могут кататься на велосипедах, на роликах. Здесь прокат. Скорее, скутер, наверное, нет. Термины велопрокат. Вот. В общем, можно покататься. Классно. Гуляем по Анапе. Куча аттракционов. Много народу. Кольцо обозрения. Классно. Все гуляют, все отдыхают. Время 5:30. Погода прекрасная. Закат Черного моря в Анапе. Золотая бухта Анапы.